На брифинге в антикоррупционной службе Республики Казахстан рассказали о том, что 2 марта был задержан депутат областного маслихата и руководитель предприятия «Очистные водопропускные и водоотводные сооружения» Павел Булаев. Он и его заместитель подозреваются в хищении бюджетных средств на общую сумму 258 миллионов тенге. По данному факту начато расследование. Должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств. В период 2020-2022 года они заключали фиктивные договоры с аффилированными предприятиями на выполнение работ по реконструкции ливневых сетей, ремонту насосных станций, оказанию услуг по аренде спецтехники. Санкции суда. Подозреваемый взят под стражу.